Здравствуйте. Здрасте. Так, сейчас я расскажу теорему, значит, что такое теорема Сипсера-Гатча. Значит, дело, эта теорема говорит, что БПП включено не только в P-space, что мы знаем, а даже во второй уровень полинальной иерархии, значит. То есть БПП включено в сигма-2. Тут было довольно неожиданно, потому что, казалось бы, совсем разные вещи, сигма-2 и БПП. Но, тем не менее, оказалось, что вот такое включение. Ну и на самом деле, поскольку БПП замкнут относительно дополнения, что вот дома надо было доказать домашним заданием. И можно также перейти к дополнению. Дополнение любого языка из БПП включено в сигма-2, а значит, любой язык из БПП включен также и в P2. Поэтому обычно это формулируют так, что БПП включено в пересечение классов сигма-2 и P2. Ну, иными словами, значит, языки из БПП можно задавать с помощью двух квантеров. Вот нам дан произвольный язык L из БПП, а мы хотим его, значит, определить, ну, найти для него определение с помощью двух квантеров, пробегающих слова полинальной длины и бесквантовая формула распознавания за полинальное время. То есть мы хотим доказать, что существует такое полинально разрешимое отношение R. Существует многочлен P. P с такими свойствами, что если X принадлежит L, то для любого y существует z, ой, лучше сказать так, значит, существует, наоборот, y для всех z. Это, конечно, не важно, верно и то, и другое будет, но так нам вроде удобнее доказывать. Значит, существует y такой, что для всех z пара, то есть, точнее, тройка x, y, z принадлежит R. А если x не принадлежит L, то это неверно. Ну, то есть, x принадлежит тогда и только тогда, когда это верно. Тогда, значит, неверно, это наоборот. Для всех y существует такой z, что x, y, z не принадлежит L.
Вот. Но и Y, Z здесь пробегают слова, длина которых ограничена, ну или лучше сказать, в точности равна электронному многочлену, вот этому самому многочлену от длины X. Вот в этом теорема Сипсера-Гатча. Значит, история здесь такая, что сначала Сипсер доказал это для двойки вместо четверки, то есть чтобы в сигма 4 пересеченная с π4. Потом Гатч понизил эту четверку до двойки. Ну и, наконец, некий Лоутеман, то есть можно здесь еще приписать и Лоутемана, придумал более простое доказательство. Вот я вам сейчас расскажу как раз доказательство Лоутемана. Совсем несложное. Ну, по существу нам нужно научиться с помощью двух квантеров задавать какое-то свойство множества, которое различает большое множество и маленькие. Значит, почему? Потому что все, что мы знаем про язык L, это что для некоторой машины вероятностной, для всех X и Z, значит, вероятность того, что машина выдаст единицу большая, но там больше единицы минус эпсилон, а для всех X вне L она маленькая, там она меньше, чем эпсилон. То есть нам дана полиномиальная машина, вероятностная, значит, полиномиальная вероятностная машина Тьюринга M с таким свойством, что если X принадлежит L, то мы знаем, что вероятность того, что X, а вот эта машина на входе X и случайном входе Y, R. Ну, тут удобнее считать машину просто детерминированной, значит, и имеющей дополнительный случайный вход R. Тут вероятность больше, чем единица минус эпсилон. И если X не принадлежит L, то наоборот, эта вероятность маленькая. Меньше либо равно, чем та же самая вероятность, меньше равно эпсилон. При этом мы знаем, что эпсилон можно в этом определении выбрать более-менее произвольным, сколь угодно маленьким, и даже эпсилон можно выбрать стремящимся к нулю с ростом длины X. Именно это нам и понадобится, вот такая амплификация. Вот. И здесь R мы будем считать, что выбирается случайно. Ну, мы знаем, что количество случайных битв, которые нужно машине, тоже ограничено полиномом. Значит, будем считать, что вот эти случайные биты берутся из среди строк длины L, где L – это некоторый многочлен длины X. Вот. Вот это все, что нам дано. И теперь мы как-то хотим объяснить, что в первом случае мы можем сказать такую формулу, что в первом случае это формула истина, а во втором ложная, и формула имеет два кванта по словам полиномиальной длины. Значит, ну, для этого давайте вот какое сейчас обозначение введем. Обозначим через там A с индексом X вот множество тех исходов, которые заставляют исходов бросаний, которые заставляют машину выдать единицу. Вот. И давайте его изобразим вот так. Это множество. Вот это АХ. И для любого х это множество либо достаточно большое, то есть занимает почти все, либо наоборот очень маленькое, занимает мало. Вот это все, что нам известно. Ну, кроме того, что кроме этого, еще лучше он задается таким образом. И вот наша формула будет утверждать следующее, что небольшим количеством сдвигов множества АХ можно заполнить все вот это пространство. Значит, что такое сдвиг? Значит, мы
вот рассмотрим некоторое множество. А – это слово. Ну, то же самое длинное. И вот сдвиг АХ, R плюс АХ будем обозначать, это когда мы все слова, ну, А плюс АХ, сдвиг АХ на маленькое, это значит, мы просто прибавляем ко всем словам из АХ вот это А. И сложение, ну, просто это там побитое сложение по модулю 2. На самом деле нам годится любая групповая операция, ну, это одна из очень, ну, лишь бы она была просто вычислима. В данном случае она совсем просто вычислима. Значит, это множество всех таких R плюс A, где R пробегает всю AX. Значит, какой бы конкретный сдвиг мы ни взяли, мы за премиальное время можем узнать, по данному R, принадлежит ли оно этому множеству или нет. Ну, просто видно, что там какое-то там S принадлежит этому множеству, тогда и только тогда, когда там S плюс A, M на входе X и S плюс A выдает единицу. Вот. Значит, формула будет утверждать вот что. Что существует. Ну, давайте эту формулу. Эту формулу будем обозначать там через фи от x, который мы еще не построили, только собираемся построить. Ну, давайте для нее будем такое обозначение использовать. Вот фи от x будет говорить следующее, что существует небольшое количество сдвигов. Давайте его обозначим A1, АК. АК мы просто, это параметр, который мы выберем. Значит, все А1, АК, ну, по смыслу, это слова длины L. То есть это квантор по существу, один квантор существования по словам длины КЛ. К, значит, мы выберем позже в зависимости от длины X. Такие, что сдвиги множества AX покрывают все пространство. То есть для каждого R, R пробегает слова длины L, R принадлежит объединению по всем I от единицы до K. AI плюс AXT. Вот. Ну вот это можно выразить с помощью... Это вот это свойство, которое здесь написано, можно за премиальное время распознать. Потому что что это значит? Фактически это значит, для каждого и от единицы до k это будет некоторый многочлен от длины x. Вот. И надо для каждого и от единицы до k, значит, проверить, что r принадлежит этому сдвигу. Ну или по-другому, то же самое, что R плюс I принадлежит AX. Ну, у нас тут плюс и минус, потому что у нас сложение по модулю 2 это одно и то же. Так, по-хорошему, надо было сказать, R минус AI принадлежит AX, но это одно и то же. То есть вот это то же самое по существу, что существует вот эти A1 AK. Что для всех R, значит, машина M на входе X и R плюс AI выдают единицу. Ну, или R минус AI, это одно и то же. Поэтому, без всякого сомнения, если K действительно многочлен от длины X, то это докажет нам, что L принадлежит сигма 2. Потому что вот как раз здесь два квантора. Квантор существования, квантор всеобщности. Но, конечно, нам нужно так правильно подобрать параметр K, чтобы было выполнено вот ключевое свойство, что если X принадлежит L, то есть если AX большое,
Значит, большой – это составляет долю не менее чем единица минус эпсилон от общего количества в двадцатой степени L. То фи истинно. А если оно маленькое, то есть составляет долю эпсилона от общего размера, то наоборот ложно. То есть это не фи от этого. Вот. Это мы еще не доказали, это вот наша цель. То есть цель определить так параметром, что это было правдой. Но интуитивно понятно, что если множество большое, то совсем уж такое большое заставляет. На самом деле даже достаточно, чтобы оно было составляло не менее половины, скажем, всего пространства, то небольшим количеством сдвига можно покрыть все пространство. Это мы докажем просто вероятностным рассуждением, взяв сдвиги случайным образом, независимо, и посчитаем просто вероятность, что все пространство покрыто. И если количество сдвигов достаточно большое, мы убедимся, что эта вероятность положительна. Значит, если множество маленькое, то интуитивно тоже понятно, из-за чего сдвигами нельзя будет покрыть. Значит, k будет не таким уж большим, и поэтому, значит, чтобы сдвиги не могли покрыть, нужно просто, чтобы эпсилон умножить на количество сдвигов было меньше единицы. То есть ясно, что вот это будет верно. Значит, давайте вот это свойство назовем 1, которое нам нужно доказать. А вот это свойство 2. С 2 совсем просто. Значит, для 2 достаточно. Значит, для 2 достаточно, чтобы значит, доля малых множеств, которые мы называем малыми, то есть эпсилон, если умножить на k, на количество сдвигов, просто было меньше единицы. Ну, довольно очевидно, значит, что если эпсилон на k меньше единицы, это значит, как ни сдвигай, но в сумме все сдвинутые множества, там k всего сдвигов, покроют долю никак не больше, чем эпсилон на k, но поскольку это меньше единицы, они не могут покрыть все. Значит, поэтому если значит, эпсилон умножить на k меньше единицы, то формула, очевидно, будет ложная. Теперь вот чего достаточно для единицы, чтобы выполнена единица, первая импликация. Для нее достаточно такого неравенства. Значит, давайте считать, что эпсилон у нас меньше, чем 1 вторая. На самом деле эпсилон даже должно быть меньше, как видно, 1 катой, где АК будет довольно большим числом. Ну вот будем считать, что эпсилон меньше 1 второй, и тогда значит, нам будет достаточно, чтобы 1 вторая степени k умножить на значит, 2 в степени L тоже было меньше единицы. Но иными словами, даже меньше Лебранной здесь можно поставить. Иными словами, нам достаточно, чтобы k было там больше либо равно L. Значит, почему? Значит, почему? Объяснение такое. Значит, возьмем просто сдвиг. Нам нужно доказать, что если множество большое, то k сдвигами можно покрыть все пространство какими-то. Ну, вот при условии, что вот это неравенство выполнено. Значит, для этого просто возьмем сдвиги. Случайно. Да, и мы считаем, что эпсилон там меньше 1 второй, то есть, иными словами, единица минус эпсилон больше 1 второй. То есть множество покрывает большие множества, вот, о которых речь сейчас, которыми, сдвигами которых нужно покрыть все пространство, они составляют более половины всего. То есть возьмем сдвиги случайно и посчитаем вероятность такого события, что какая-то точка, фиксированная точка R, не покрывается этими сдвигами. Что R не принадлежит
вот это AX плюс A1 не принадлежит объединению, значит, не принадлежит каждому. И вот у нас K случайных множеств, K случайных сдвигов независимых, и надо посчитать вероятность того, что R не принадлежит ни одному из сдвинутых множеств. Но вот каждое из этих, каждое событие, это речь идет о пересечении K событий. Эти события независимы, потому что A1, A2 и AK независимы. Значит, если выбирать АИТа с равномерным распределением, то тогда АХ плюс АИТа имеет просто, значит, но оно как-то распределено, но вероятность каждого такого события – это просто вероятность по существу, что случайная точка не лежит в AX. Но почему? R не принадлежит AX плюс AITA – это то же самое, что R плюс AITA не принадлежит X. Если R фиксировано, то R плюс AITA имеет равномерное распределение. Значит, у нас по существу берется случайная точка, каждое случайное слово, и спрашивается, какова вероятность, что оно не принадлежит AX. AX – это большое множество, не меньше, больше половины. Значит, вероятность того, что мы не попадем, наоборот, меньше половины. Поэтому эта вероятность не превосходит 1/2 при фиксированном. Но поскольку события независимы, то это возводится в степень K. Итак, значит, здесь мы считаем, что x фиксировано. Значит, при любом фиксированном x. Вот. Отсюда легко следует сразу, что вероятность, что вообще такая точка существует, значит, вероятность того, что существует такое R, что оно не принадлежит вот этому объединению. Вероятность объединения, значит, не превосходит сумму вероятностей объединяемых событий. Здесь объединяют события по R. Их всего 2 в степени L. Значит, получается, это не больше, чем 2 в степени L умножить на вероятность одного такого события, то есть 2 в степени минус k. Вот. Ну и даже строгое неравенство, потому что здесь оно было строгим. А по условию это как раз меньше либо равно единице, потому что вот мы предполагаем сейчас, что 2 в степени минус k на 2 в степени меньше либо равно единице. Поэтому, значит, мы как раз получили, что вероятность неприятного для нас события при случайном выборе сдвигов меньше единицы, строго меньше единицы. Следовательно, существует это событие, значит, оно, неприятное событие не покрывает все пространство этих самых, все наше вероятностное пространство, состоящее из K независимых сдвигов. И тем самым, значит, существуют сдвиги, которые, наоборот, все покрывают, что для любого R, R принадлежит этому объединению. Вот. Таким образом, мы доказали вторую часть, что для того, чтобы выполнено было свойство 1, нам достаточно, чтобы там, значит, k было больше равно L. Ну, понятно это, скажите? Это еще не конец доказательства, а тут объяснение самого главного. Да, это понятно. Вот. Итак, значит, давайте на новую страницу я перейду. Итак, нам осталось подобрать просто параметры. Значит, давайте я запишу, что нужно. Чтобы эпсилон умножить на k
было меньше единицы, ну, чтобы эпсилон было меньше 1/2, и чтобы, значит, К было больше равно L. Ну вот как бы второе требует, чтобы К было достаточно большое, а первое, наоборот, чтобы достаточно маленькое. Поэтому не вполне очевидно, что это все можно реализовать. И очевидно, что если эпсилон константа, ну, например, там 1 000 000, то явно у нас ничего не получится, потому что первое тогда говорит не раньше, что К меньше 1 000 000, ну, меньше некой константы, а второе, что он больше равно L. А L, я напомню, это некоторый многочлен от X, он как раз может расти с ростом X. Это длина случайных битов, которые нужна машине. Поэтому такое может быть только если эпсилон стремится к нулю с ростом длины x. Как мы делаем, что эпсилон стремится к нулю? Мы это делаем с помощью амплификации. То есть для того, чтобы завершить доказательство теоремы, предварительно машину нужно улучшить. То есть эпсилон сделать малым. Поэтому давайте поймем, значит, что, как мы это можем сделать. Вот давайте считать, что изначально была дана другая машина, М' с вероятностью там ошибки, ну, допустим, 1/3. Вот мы тут начинали как бы с машины с вероятностью ошибки эпсилон, но это не совсем правильно, потому что мы сейчас не очень понятно, какой нам эпсилон заранее нужно взять. Поэтому давайте мы начнем вот с машины, у которой вот эта эпсилон константная, ну, называть ее М-штрих, эту машину. А конструкцию всю проведем для М, которая получается из М-штрих амплификации. Значит, пусть дана изначально М-штрих с вероятностью ошибки давайте ее назовем 1/3. Вот. И пусть М-штрих использует, ну, какие у нас еще буквы свободны? М. И пусть М-штрих использует М случайных битов. Ну, М — это многочлен длины входа. М случайных битов. Вот. Тогда мы предварительно из М-штрих изготовим М. Ну, вот ту машину, которую мы имели в виду. И мы хотим, чтобы вот эпсилон для этой М мы можем сделать, чтобы она росла экспоненциально с ростом количества повторений. Значит, пусть М запускает М-штрих какое-то количество N раз. Там N раз. Тогда эпсилон у нас будет убывать экспоненциально. Значит, тогда эпсилон у нас будет равно E в степени минус какая-то константа C на количество повторений. Ну, C может быть очень маленьким, но по неравенству Чернова оно экспоненциально стремится к нулю. И нам важно, как растет количество случайных битов при этом. А L, вот то, что мы называли количество случайных битов M, оно будет равно количеству повторений умножить на количество случайных битов исходной машины. Тут вот для анализа важно, как растет количество случайных битов, потому что оно, чем больше повторений мы будем делать, тем больше случайных битов нам понадобится. Вот. И если теперь подставить эпсилон вот сюда, наше неравенство, значит, нам нужно, чтобы эпсилон, который e в степени минус n, было с одной стороны, ну, умножить на k,
было меньше единицы, а с другой стороны, чтобы k было больше либо равно l, ну, которое есть n умножить на m. Ну и у нас есть, естественно, ограничение, что мы n не можем брать, мы n должны взять каким-то многочленом. Больше мы не можем повторять, потому что иначе m не будет полинальной машиной по времени. Вот. Но то есть осталось доказать, что можно выбрать так k, ну, некоторым многочлен от n от длины входа, так, чтобы это было верно. Ну, давайте попробуем. Значит, ясно, что k, наверное, выгодно брать просто равным n, и тогда ну, n надо подобрать как-то. И нужно, вот, чтобы это неравенство было верно. Значит, положим просто k равным n. Ну, пока мы еще не выбрали n, правда, но ясно, что k выгоднее всего положить равным n, и тогда нам нужно, чтобы эпсилон в степени минус cn на k, которая есть nm, было меньше единицы. Ну, или другими словами, nm было меньше e в степени c n. Ну, тут вроде никаких проблем не должно быть, потому что слева у нас многочлен от n, а справа экспонент от n. Ну, поэтому, ну, довольно понятно, что экспонент, она растет быстрее любого многочлена. Ну, например, экспонента она не меньше, чем там квадрат делить на 2, ну, если использовать ряд Тейлора. Значит, поэтому для этого достаточно, чтобы nm было меньше либо равно, чем там cn в квадрате пополам. Ну и видно отсюда, что n можно взять просто равным o большой от n. То есть просто можно положить n равным там 2c квадрат m. Вроде вот так получается. Потому что если вот здесь просто мы перенести двойку сюда, сократить n, ой, разделить на c квадрат только, c минус 2. C – это вообще меньше единицы число, так что это будет больше, чем 2m. Вот, при таком n у нас все будет хорошо. И что нам важно? Что m – это многочлен от n, от длины входа, от длины x, и поэтому это n действительно тоже многочлен от длины входа. И поэтому m у нас полиномиально по времени. Так. Ну вот, вроде бы, значит, я закончил доказательства, ничего больше вроде не осталось. Так, что тут непонятно было? Валерия, все понятно? Да, вроде да. Вот. Ну, хорошо. Вот у нас получается такая картинка. Что вот у нас есть P, которая... значит, включено в NP, которое есть сигма 1, которое включено в сигма 2. А вот BPP как раз вот тоже вот здесь, как NP, оно находится между BPP и сигма 2.
Ну, дальше там сигма 3 и так далее. Вот. Теперь дальше я хочу рассказать о тоже таком популярном сложностном классе, который там еще меньше, чем P. Он называется log space. Это языки, которые можно распознать на логарифмической зоне, но более точно на памяти о большой от логарифма длины входа. То есть по определению это значит, это класс с помощью памяти определяется. И определяется как просто у большое память ограничивается от логарифма длины входа логарифма. Ну, бывает еще поле log space. Тогда тут разрешается любой многочлен логарифма. Вот если у нас разрешается функция, речь идет о функциях, то нужно то ставить там f log space, как обычно. Это тогда класс не языков, а класс функций, вычислимых на этой памяти. Ну, тут можно разумно удивиться. Если у нас память ограничена функцией, которая вообще меньше, чем длина входа, то спрашивается, как машина вообще может прочитать весь вход. Если она может прочитать только небольшую часть входа, то ясно, что это не очень интересно. Поэтому, значит, этот класс определяется с помощью специальной модели машин Тьюринга. Значит, используемая модель здесь выглядит так. Это модель с входной и выходной лентой, на которых ничего нельзя писать. Ну, неправду я сказал. Значит, на выходной ленте можно писать, но все, что там написано, нельзя использовать для хранения информации. То есть на выходной ленте головка движется только в одну сторону и может только писать. То, что мы написали, мы уже прочитать не сможем в дальнейшем. А на входной ленте, наоборот, писать нельзя. Тут можно только читать. То есть вот у нас есть такая входная лента. Как говорят, read-only. Значит, головка по ней может двигаться в обе стороны, но ничего не может писать. Головка может туда и туда двигаться. Исходные данные ограничены некоторым, ну, мы считаем обычно, что пробелом, в общем, специальным символом пробел. И вот оно во все время вычисления, как было у нас, так и остается. Ничего туда, потому что писать нельзя. Есть рабочая лента, которая и read и write. Там можно стирать, читать, в общем, обычно. Но количество памяти, которое не используется, ну, вот, при определении log space, сильно ограничивается. Значит, это рабочая лента. И, конечно, есть выходная лента, которая, наоборот, write only. Ну, для того, чтобы машине, так сказать, гарантировать, что с нее ничего читать нельзя, считают обычно, что на ней головка может двигаться только направо. Значит, после того, как что-то написано,
головка может сдвинуться направо. Можно даже считать, что после каждой записи символа на выходную ленту она сдвигается направо автоматически. То есть на выходной ленте только команды разрешаются написать, сдвинуться направо, и все. А действие машины не зависит от того, что она вообще видит на этой выходной ленте. Но видит она все время пробел, на самом деле. Вот такая модель. Значит, исходная данная, тем самым он может быть любой длины, и он, несмотря на то, что на память рабочая ограничена там логарифмом. И вот тут уже, конечно, это очень сильное ограничение. Тут, например, не очень понятно даже, что композиция двух функций вычислима на логарифмической памяти, также вычислима на логарифмической памяти. Вот. Но это хорошее упражнение доказать это. Ну и вообще к этой модели, конечно, нужно привыкнуть. Вот, скажем, для того, чтобы к ней привыкнуть, давайте поймем, что на ней можно сделать вообще. Вот, ну, прежде всего, наверное, полезно понять, что все, что на ней можно сделать на полиномиальной памяти. То есть этот вот LogSpace, он включен в P. Давайте это запишем и докажем. Значит, можно брать языки разные из P и спрашивать, какие из них, ну, или функции вычисляемые за полиномиальное время. И про них можно задать вопрос, нельзя ли их вычислить на логарифмической памяти. Значит, LogSpace. Включено в P. Значит, как это доказывается? Ну, тут довольно просто. Вот если есть машина M описанного типа, значит, если M работает на памяти у большой от log N, то сама эта машина уже не может работать дольше. Ну, и всегда останавливается. То M, просто время работы M на входе X ограничено некоторым многочленом а длины X. То есть та же самая машина и будет за полиномиальное время распознавать. Ну и вообще говоря, мы определяли полиномиальное время с помощью машин таких обычных, просто с одной рабочей лентой. Но ясно, что если машина вот нашего типа работает на полиномиальное время ее можно преобразовать и в обычную машину, работающую тоже в полиномиальное время. Ну, например, можно сказать, что она сама вполне себе является трехленточной машиной. А трехленточную машину, работающую в полиномиальное время, можно превратить в одноленточную, работающую в полиномиальное время, как мы знаем. Вот. Поэтому этого, конечно, достаточно. А теперь, почему она работает в полиномиальное время? Ну, давайте мы просто рассмотрим граф, состоящий из всех его конфигураций этой машины. Значит, конфигурация – это некоторое возможное состояние памяти машины в некоторый момент. Значит, конфигурация из чего состоит? Из того, что она в себя включает. На входной ленте нам важно, на какой символ смотрит головка. Значит, на рабочей ленте… Ну, эта информация – это некоторое число i, не превосходящее n длины входа. На рабочей ленте важно, что там записано в данный момент. Это некоторое слово w.
И вот это W, значит, это слово длины O большой от лог N. И таких слов 2 в степени, значит, количество таких слов 2 в степени O большой от лог N. То есть многочлен от N. Ну и на выходной ленте нам даже не важно, что происходит. Не будем это включать в конфигурацию, потому что на выходной ленте с нее все равно машина информации не черпает. Так, таким образом, при фиксированном X... Значит, количество конфигурации... Значит, меньше либо равно, чем n, это вот значит, количество положений головки на входе, умножить на 2 в степени o от log n, это количество содержимых ленты. Ну, даже я зря, наверное, 2 написал, потому что, в принципе, на ленте не обязательно бинарный алфавит. Но это, в общем, мощность алфавита в этой степени. Но это все равно многочлен от n, потому что мощность алфавита – это константа. От n зависит. Ну, и это еще надо умножить на количество состояния. Все это таким образом некоторые многочлены от n. Теперь смотрите. Дальше вот представим себе, что мы прификсированы, запустили машину. Она по очереди проходит конфигурацию там K0, K1 и так далее, K2. Если какие-то из этих конфигураций повторяются, то машина, значит, входит в бесконечный цикл. Если какой-то КИ и КЖ совпадают, то цикл между КИ и КЖ проходит бесконечно много раз, и машина тем самым не останавливается на этом входе. А мы предполагаем, что на любом входе машина останавливается. И поэтому количество конфигураций, которые возникают у машины при любом фиксированном входном данном, ограничено многочленом от n. Значит, ну, а тем самым и время ограничено многочленом от n. Потому что все количество конфигураций, ну, вообще ограничено многочленом из-за того, что у нас память ограничена. И поскольку они не повторяются, значит, количество шагов, сделанных на x, тоже ограничено вот этим же самым многочленом от n. Ну, вот, вроде бы и доказали. Так, не пора ли нам сделать перерыв? А, как раз пора, да. Хорошо, значит, есть вопросы? Валерия, понятно? Да-да-да, спасибо. Вот, ну давайте, значит, сейчас 23 минуты продолжим. Угу. Thank you.
Вот, значит, давайте какой-нибудь пример. Мы знаем, что имеет смысл рассматривать только полиномиально разрешимые языки и функции. Да, для функции, конечно, то же самое. Только надо написать здесь f, соответственно, здесь тоже f. Ну вот, например, у нас такой... рассматривается пример, задача распознавания палиндромов. То есть L состоит из всех таких языков X, слов X, для которых X совпадает с X перевернутым.
Значит, ну как, мы раньше доказывали, что за квадратичное время мы можем распознать, ну, когда у нас слово x расположено было на рабочей ленте. Но теперь, значит, пример. Наш нужно у нас слово x расположено не на рабочей ленте, а на входной ленте, где ничего писать нельзя. Раньше мы так вот бегали туда-обратно для того, чтобы распознать это слово палиндром или нет, сравнивали первый с последним, второй с предпоследним, ну и надо было там помечать. Вот как можно теперь избегнуть вот этого самого помечивания? У нас рабочая лента, где совсем небольшой размер памяти. Ну, на выходной ленте нам только один бит нужно написать, 0 либо 1, так что это выходная лента может даже не рисовать. Значит, мы должны, конечно, сравнивать x1 с xn, ну, так, x2 с xn минус 1, ну, и так далее. Время нас сейчас абсолютно не беспокоит, а важно, сколько здесь вот, что мы вообще на рабочей ленте будем писать. Наташ, догадываетесь, что надо на рабочей ленте писать? Да пока нет, но хочется, наверное, сколько шагов сделать влево или вправо. Ну, как бы мы... Вот в чем тут проблема? Вот изначально мы смотрим на x1. Ну, мы можем его запомнить, в нашей конечной памяти, пробежаться до xn. Ну, как мы узнаем, что последний символ? Ну, добежаться до первого пробела и сравнить с xn. Вот мы узнаем, равно x1 и xn. Но как-то нам надо запомнить, что мы уже, вот x1, ну, если они равны, то надо будет сравнивать потом x2 с xn минус 1. Надо как-то запомнить, сколько вот, что x1 мы сравнили. Вообще надо запоминать, какую часть мы уже сравнили. Здесь и здесь. Чтобы не делать, чтобы потом, значит, взять этот самый следующий символ. Как можно запомнить, сколько битов сначала мы уже обработали? Валерия, может, вы сообразите? У нас здесь получается, я что-то выпала немного из конференции, получается у нас две ленты, в одну мы только записываем, в другую мы только читаем, да? Да. Нет, так, где мы пишем, мы вот эта лента отсюда и читать, естественно, можно. Это полностью функциональная рабочая лента, но на ней ограничение стоит в том, что там только у большой отлога ячеек нам разрешается использовать. Вот. И что бы нам сюда вообще записывать? Вот у нас это... Сейчас, ну, а мы можем уже записывать длину, сколько мы обработали? Да. Вот надо... Вот, давайте это обозначить через M. Здесь нужно просто записывать M в двоичной записи. Сколько обработали? Ну, сколько в начале обработали, столько и в конце. Поэтому второй раз M записывать это уже не надо. Одно просто число надо записывать, не превосходящее n. То есть нам достаточно вообще лог двоичной памяти. И тогда очень просто. Сначала m мы полагаем равным нулю. Потом мы, значит, дальше мы что делаем? Мы отсчитываем, ну вот у нас такой будет цикл. Мы отсчитываем m символов от начала. Что значит отсчитываем m символов от начала? Ну, я неправильно сказал, что нам понадобится два числа, то есть два лога.
Вот здесь будет записан n на первый лог n символа, а на второй это будет, так сказать, счетчик. Значит, вот это m мы сначала копируем также сюда, а потом мы начинаем это m уменьшать на единичку. И с каждым уменьшением мы сдвигаем головку вправо. Это значит, что мы отсчитываем m символов. Когда вот эта вторая запись обнулится, ну, это, ее можно иметь как таймер, когда значит, таймер обнулится, это значит, мы прошли все m символов и знаем, что нам нужно запомнить. Значит, вот сначала было mm, потом m0 стало. Головка вот здесь. Мы запомнили этот символ. Идем в самый конец, вот сюда. А потом опять делаем то же самое. Опять скопируем m сюда. И опять включаем таймер и откладываем уже с этой стороны m. И, значит, теперь мы знаем вот этот символ, головка здесь. Вот мы их сравнили. После того, как мы их сравнили, мы головку, значит, отправляем в начало ленты сюда. И m увеличиваем на единицу. Вот такой наш цикл. Ну, а закончить можно просто, когда m станет равным длине входа. Ну, как узнать, что m стало равным длине входа? Ну, мы можем это очень просто сделать. Мы можем опять уменьшать m. Ну, вообще, после каждого цикла мы можем уменьшать m и одновременно сдвигать головку там слева направо. Смотреть и тем самым считать количество этих самых шагов, которые мы сделаем. И если оно станет равным m, то вот все закончилось. Значит, для этого ну, вроде достаточно два числа у нас. Хранить два числа, не пускающих. Вроде вот так можно сделать. Другой пример. Это, например, сумма двух чисел. Это x плюс y. Это, например, функция из значит, log space тоже. Ну, вот как сумму считать? У нас на вход на логарифмической памяти. Ну, вообще, на самом деле, практически ничего помнить не надо. Мы же можем... вот у нас x, пробел там y на рабочей ленте. И нам нужно просто побитого складывать x, y и записывать это на результат на третью ленту. Но единственное, что нам нужно помнить, опять обработанная часть x, это некоторая опять m, и обработанная часть тоже y, это тоже m. И тем самым здесь опять нужно на рабочей ленте хранить m. Ну, еще понадобится второе число, которое используется как таймер. Ну, опять же, как вот и для этого самого в случае распознания палиндрома. Тоже вроде 2 лог n достаточно памяти для того, чтобы вычислить сумму. А вот про произведение уже непонятно. Произведение можно вычислить за полинальное время, но можно ли на полинальной памяти? Это совершенно не ясно, потому что обычный алгоритм, ну и более продвинутые алгоритмы, для них нужно хранить довольно много промежуточных результатов. То есть на линейной памяти вроде можно, а сделать логарифмическую совершенно непонятно. Вот. И про log space есть две совершенно замечательных теоремы, которые называются теоремой Имермана. Которая говорит, что удивительным образом... А, извиняюсь. Я же еще не определил, что такое n-log space. Значит, вообще здесь имеется аналогичная теория про PNP, только теперь у нас будет log space и n-log space.
Значит, N-log space — это то же самое, что log space, только уже недетерминированная машина Тьюринга рассматривается. Это значит объединение. Это n time, n space. А то большое от log n. Так вот, две замечательных теоремы. Это теорема Эмермана, которая говорит, что этот замкнут удивительным образом, этот класс удивительным образом замкнут относительно дополнения. То есть N-log space совпадает с core N-log space. Это другой способ, значит, выразить ту же самую мысль. Заметим, что вот про PNP, про NP никто не знает, совпадает ли NP и CoNP. И очень может быть, что они как раз различаются. Так вот, если, значит, взять аналог PNP, определяемый с помощью памяти OLN, оказывается, что получается класс замкнутых дополнения. Я эту теорему расскажу, но не сегодня. А вот сегодня я скажу вторую теорему. Теорема Севича она называется. Она говорит, что вот этот класс N-log space он, значит, включен просто в log space, но только у нас памяти нужно не log n, а log в квадрате. Поэтому давайте аккуратно напишем time, а то большое от log n в квадрате. То есть, если есть недетерминированная машина, работающая на логарифмической памяти, то тот же самый язык, который она, значит, допускает, можно распознать уже, ой, не time, а space, что я говорю. Конечно, для time это никто не знает, и вряд ли это может быть так. Да, ну, конечно, это не так, потому что когда время такое маленькое, то просто и вход мы не можем прочитать. Вот, теорема Севича. Ну, давайте я вот сейчас смотрю план, может, я что-то пропустил важное на сегодня. Да, не пропустился, в порядке. Значит, вот будем доказывать теорему Севича. Но начнем с того, что рассмотрим некоторую фиксированную задачу в N-log space. Стоило бы, наверное, еще даже до теоремы Севича о ней поговорить. Давайте сейчас доказательство чуть-чуть отложим. Просто приведем пример. Главный пример задачи в N-log space. Это задача, называемая там D-path. Я сейчас говорю, к вам приезжаю. Откуда? Мне куда ехать? Ну, с ВНХ. А, ты только выезжаешь? Да. А на проект? Слушай, Вов, ну, да, тут уже спать будет, давай завтра тогда. Завтра. А спать нам вообще уже. Да, я понял. А вот где спросил? Ты сразу будешь с работы, хотя он на ВДНХ сейчас. Значит, что это за задача? Это задача достижимости в графе. D означает, что граф directed, то есть направленный, ориентированный. А path — это путь.
Значит, исходным данным является граф. G. И две вершины S и T, принадлежащих множеству, две вершины этого графа. Значит, граф ориентированный. Ну, мы можем считать, что множество вершин — это числа просто от 1 до n. А граф задан, ну, тут не важно, как граф задан. Ну, например, можно считать, что просто граф задан списком ребер в любом порядке. Ну, или матрица смежности. И тем самым S и T даются просто, ну, как числа от 1 до n в двоичной записи. Ну вот, а надо, значит, узнать, есть ли путь из S в T. Вопрос, который нас интересует. Из S в T в графе G. И нетерминированная машина может этот путь угадывать очень просто. Вот она из S. Давайте считать сейчас для простоты, что граф задается такими записями. Значит, первая вершина указывается, потом список ее всех соседей, вторая вершина, список ее всех соседей и так далее. То есть как это называется списком? Забыл, как называется. Вот. Но это не важно. Значит, недетерминированная машина, она, вот у нее на входной ленте это вся информация про граф, а на рабочей ленте она будет просто текущую вершину хранить. Сначала она хранит S, начальную вершину, просто копирует сюда S на рабочую ленту. Потом она угадывает соседа. Ну, то есть недетерминированно берет сосед S. Это будет там, я не знаю, V1. И на этой рабочей ленте меняет S на V1. Но для того, чтобы найти соседа, она вот на этой ленте смотрит, где у нас начинается запись всех соседей S. Значит, там должна быть такая запись вершины S, и потом там первый сосед S, второй сосед S и так далее. В некотором порядке. Вот она находит обычным сравнением, вот где запись на рабочей ленте, начинающаяся с S, после специального разделителя. И среди последующих записей до следующего разделителя она недетерминированно выбирает одну вершину, и S заменяет вот на эту выбранную вершину, там, V1. Потом она аналогично находит, где здесь входит V1, вот, и заменяет V1 на его соседа. Вот, ну и так далее. Значит, если... Да, извиняюсь. И кроме того, она после каждого такого шага, у нее ведь есть изначально еще кроме... этого, на входу, кроме всех этого графа, вот написано S и T. Значит, S она скопировала сначала и уже забыла, но а с T она каждый раз сравнивает вот текущую вершину. И как только текущая вершина станет равным T, она на выходную ленту пишет единичка. А иначе она так вот и будет это самое, ходить по случайным соседям. В принципе, эта машина, вот как она описана, она может и не остановиться, потому что она может все время угадывать неправильный, войти в какой-нибудь цикл и так далее.
Поэтому давайте считать, что L-Block Space определяется как раз с помощью таких машин, которые, вообще говоря, при некоторых догадках могут и вообще не останавливаться даже. Если она допускает исходные данные, то она, конечно, должна остановиться. То есть если исходные данные принадлежат нашему языку, то есть путь S из S в T есть, она должна остановиться и вот напечатать единицу. Но то, что мы разрешили не останавливаться, это несерьезно. То есть это можно исправить следующим образом. Машина же, в принципе, может считать количество шагов, которые она сделала. Просто надо для этого включить еще вот отдельное место подобрать. И здесь просто включить таймер. Изначально таймер надо поставить равно на n, и потом его после каждого шага уменьшать. То есть мы знаем, что если путь из S T есть, то его длина не больше, чем n. Поэтому если за n шагов пути не найдем, можно просто остановиться и напечатать 0. Тогда вот такая машина, она все равно будет работать на логарифмической памяти, но уже при этом она всегда будет останавливаться, даже если она неудачным образом отгадывает. Вот это главный пример задачи из N-Log Space. И этот пример в некотором смысле является полным. Вот он и является N-Log Space полной задачей относительно сводимости. Если сводимость у нас определяется с помощью функций, вычислимых на логарифмической памяти. То есть обычно у нас, вот рассматриваем сводимость Карпа, то есть функции у нас требуются, чтобы они вычисляли за правильное время. А здесь более сильное требование, естественно, рассматривать, чтобы функция вычислялась не только за правильное время, но и на логарифмической памяти даже. Так вот, можно доказать, что этот язык полон относительно вот такой сводимости в N-Log Space. Ну и поэтому, если мы для него докажем теорему Сэвиджа, то, в общем, либо используя общую теорему, либо это самое, может непосредственно будет уже доказать для общего случая. Вот, поэтому давайте начнем вот с этой задачи и докажем, что она распознается на логарифмической, на памяти логарифм в квадрате. Ну, давайте назовем лемму, что ли. Ну, это самая главная часть доказательства. Да, я еще забыл. Вот. Про третью очень важную теорему. Давайте я вот здесь напишу. Теорема Рейнгольда. Ее я не буду доказывать. Значит, она говорит, что если рассматривать не D-path, а U-path, то есть тоже та же самая задача, но граф неориентированный, то есть как бы обычный, то тогда двойку можно заменить на единицу. То есть эта задача принадлежит Log space. То есть вот из теоремы Сэвиджа следует, что она... ясно, что вот эта задача для ориентированных, для неориентированных графов, она более простая. И поэтому теорема Сэвиджа, которую мы сейчас докажем,
позволяет решать задачу достижимости даже для ориентированных графов на время, на памяти лог в квадрате. А теорема Рейнгольда говорит, что если граф не ориентированный, то можно даже и на логарифмической памяти, то есть большой от лога. Но это доказывать не буду. Вот. А мы, значит, хотим доказать, что вот если разрешается лог в квадрате, то можно и на памяти вот такой. Значит, делается это с помощью довольно хитрого такого перебора. Вот нам дано, давайте представим себе, что он граф, но он на входной ленте записан, в удобном для нас виде. S и T нам даны. И надо узнать, есть ли путь. И мы такой начинаем, как бы перебор, мы пытаемся, перебираем все возможные вершины на середине этого пути. Давайте их назовем V1. То есть вот на нашей рабочей ленте мы начинаем перебирать все вершины V1, предположительно расположенные на середине этого пути. Но кроме того, мы еще должны завести некоторый таймер, значит, изначально, который будет изначально установлен в n. Потом мы n заменим на n пополам, потом на n на 4 и так далее. И дальше мы будем пытаться понять про вот этот кусочек и этот, есть ли здесь путь, но длину уже n пополам. То есть изначально мы интересовались, есть ли путь из S в T, ну и без ограничения общности можно считать, что это путь длины не больше, чем n. Потому что если убрать из него циклы, то будет не больше, чем n. А здесь будем уже искать n пополам. И вот здесь мы будем писать 0 либо 1, в зависимости от того, проверили мы первую половину или вторую. Вот. Значит, мы пишем здесь V1, здесь 0 либо 1. Изначально мы запишем 0. 0 означает, что надо проверять первую половину. И дальше опять мы, вот 1 это значит, что надо проверить вторую половину. И дальше мы берем, начинаем перебирать все вершины, которые вот уже расположены на середине, первой или второй половины, в зависимости от того, у нас вот здесь написано 0 либо 1. То есть вот V2 будет здесь расположено, либо здесь. То есть мы вот здесь вот начинаем перебирать все V2. Ну и здесь опять тоже 0 либо 1, ну и так далее. По существу вот мы память будем использовать как стек. То есть наша программа, по существу, будет рекурсивна. Она, у нее будет входами являются две текущих вершины. Там U, U и V. Ну, как назвать? Connect. Значит, исходными данными у нее является вершина. И вот это значение таймера. И эта рекурсивная программа, она такой проводит перебор. Она для всех вершин графа. Значит, для всех W от 1 до N. Значит, запускает себя, вызывает себя для U, W, а потом для W и V. А это вдвое уменьшает. То есть, if connect
ату дубль в равно единице. А, извиняюсь, я пополам еще надо было написать. And connect от W V от N пополам равно единице. И то, и то верно, то сейчас как это правильно сделать. Значит, если это верно, можно цикл вообще закончить и выдать единицу. А если это неверно, то надо просто перейти к следующему W. Давайте я напишу здесь return единица. И в этом случае цикл просто заканчивается. Ну вот, теперь, а в конце цикла, если вот так мы и не закончили, то мы return 0 сделаем. End for. Ну, это не совсем то, что нам нужно, потому что это вообще будет циклиться бесконечно долго. Нужно еще предусмотреть, что это нужно делать, если n больше либо равно больше единицы. То есть мы ищем путь длины больше единицы. Если n больше единицы, вот это нужно делать. А если n меньше единицы, ну, единица или ноль, просто непосредственно нужно проверить, достижимо или нет. Значит, else проверить непосредственно. Ну вот, когда мы будем непосредственно проверять, мы как раз будем читать входную ленту. Значит, у нас будет две вершины, и надо проверить, можно ли за одной попасть в другую путем длины не больше, чем один. Но для этого надо проверить, совпадают ли они, тогда это правда. Или, если не совпадают, лежит ли вторая вершина в списке соседей первая. Для этого как раз нужно читать будет исходные данные, то есть граф, который у нас там есть. Вот. А иначе вот такую рекурсивную программу надо вызывать. И вот чтобы реализовать эту рекурсивную программу, которая по существу очень большой перебор делает, нам нужно просто вот на ленте писать стек вызовов. Ну, фактически нам нужно писать вот при первом вызове первое, вот это W, вот оно здесь у нас. 0 и 1 нужно писать, это потому что нам нужно, когда мы будем очередной вызов отработать, нам нужно понять, в какое место этой вызывающей программы, сюда или сюда, вообще нужно зайти. Ну и так далее. Так вот, ключевой момент, что здесь придется, ну, значит, у нас всего будет не более чем log n рекурсивных вызовов, потому что каждый раз при рекурсивном вызове n делится на 2. Вот. И на один рекурсивный вызов мы тратим, как бы в стек записываем тоже log n битов. Ну, на самом деле log n плюс 1. А одну вершину плюс еще один бит. Вот. И в результате у нас получится log n умножить на log n как раз. То есть его большой от логарифма n в квадрате. Вот, вот вроде бы и все. Сейчас, Наташ, понятно это? Да, понятно. Вот, теперь давайте поймем, чем общий случай отличается от этого.
но по существу ведь ничем. Сейчас я объясню, как то же самое, но сделать уже в общем случае. То есть в общем случае нам дана некоторая машина, я недетерминированная, и она фиксированная. И на входной ленте записан никакой не граф, а просто исходные данные. Тогда мы применяем то же самое рассуждение, но в качестве графа мы берем граф всех возможных конфигураций. Значит, одна точка графа – это одна конфигурация. Ребра будут соответствовать переходам из одной конфигурации в другую. Значит, начальная вершина – это начальная конфигурация. То есть S – это будет у нас конфигурация, когда головка смотрит на входной ленте на начало. Головка смотрит на первый символ. Ну, головка на входной ленте. X, рабочая лента пустая. Это изначально. Там рабочая лента пуста. Ну, что у меня еще в конфигурацию входило? Начальное состояние еще добавить нужно. Начальное состояние. И головка смотрит на рабочий лень, тоже на первый символ. Вот это наш S. И что такое T у нас будет? Ну, давайте считать, что машина должна сообщить положительный результат, то есть, что слово принадлежит языку, придя просто в специальное состояние. Тогда по существу надо будет решать задачу достижимости, но не для одного T можно достигнуть из S в T. А это самое. Или лучше вот как сказать, чтобы уж было вот прям как в предыдущем рассуждении, давайте считать, что машина должна, когда она хочет написать единицу уже на выходной ленте, она должна все стереть у себя предварительно на рабочей ленте и на входной ленте передвинуть головку в самое начало, и остановиться. Тогда вот это T, это будет у нас единственное возможное заключительное состояние. Значит, T это просто фиксированное состояние, соответствующее тому, что лента пуста. Ну и машина, давайте считать, должна прийти в специальное состояние, какое-то особое, в котором она может прийти только если она на ленту на выходную собирается записать единицу. Значит, лента пуста, рабочая. Ну, то же самое все, только не начальное состояние, а специальное состояние, соответствующее тому, что машина, вот, исходная машина собирается на выходной ленте записать единицу. Вот, и тогда по существу надо решить задачу достижимости вот для этого конкретного графа и для этих S и T. Потому что тогда как раз есть путь из S в T в том и только в том случае, если исходная машина допускает исходное слово. Вот. Мне осталось только понять, ну и вот мы можем запустить алгоритм из предыдущего этого самого, из предыдущего рассуждения. Важно только понять, что тому алгоритму надо было понимать иногда для пары ребер, для пары вершин, есть ли ребро из одной вершины в другую. Но для этого нам нужен X. Потому что если у нас есть две конфигурации какие-то, там, я не знаю, А и Б, то чтобы понять, можно ли машина из А в Б попасть за один шаг, ей нужно знать, что написано на исходном данном. Потому что, значит, для этого нужно установить просто головку вот здесь вот на тот символ, который вот в этой конфигурации указан, значит, в этой конфигурации указано, куда смотрит головка. Вот надо реально эту головку туда подогнать,
и посмотреть, собственно, что машина делает. Может ли она действительно перейти в следующую конфигурацию? Но это очень легко сделать, просто сравнить две конфигурации, и зная вот этот символ, на который смотрим на входной ленте, мы можем понять, значит, действительно ли она способна за один шаг перейти или не способна. Вот. Поэтому общий случай, в общем, так же делается, как этот частный. Вот и вроде я закончил. Так, есть ли вопросы? Вроде нет. Вот нам нужно с вами решить, будет ли у нас вообще лекция в следующий раз. На Мехмате вообще никаких вроде решений не принималось об отмене занятий. Поэтому я предлагаю, что мы тоже не будем отменять лекцию. Значит, через неделю, то есть это когда будет 27 плюс 7, 4 мая, у нас, как обычно, состоится лекция. Нет возражений? У меня нет. У меня тоже нет. Ну все, тогда, значит, мы ничего не отменяем. Хорошо, тогда ладно. Всего хорошего, до свидания. До свидания. До свидания.